Указом президента Российской Федерации Владимира Путина коллектив ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» удостоен почетного знака за успехи в труде. Как отмечено в тексте указа, коллектив ММК награжден за большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели. Магнитогорский металлургический комбинат является одним из крупнейших металлургических предприятий России и мира. В этом году ММК отмечает свой юбилей. 1 февраля исполнится 90 лет с того момента, как на первой домне магнитки был получен первый чугун. Эта дата и считается днем рождения комбината. ММК внес огромный вклад в дело победы советского народа в Великой Отечественной войне. Каждый третий снаряд и броня каждого второго танка в годы войны были отлиты из металла ММК. Магнитка сохранила статус одного из флагманов отечественной индустрии и в мирное время стабильно развивалась в советский период и вместе со страной вступила в 21 век. За последние два десятилетия на ММК построены современные высокопроизводительные комплексы, ориентированные на удовлетворение нужд ведущих отраслей российской промышленности. Компания является лидером в поставках металлопродукции для трубной отрасли страны, автомобилестроения и судостроения, занимает ведущие позиции на рынке продукции высоких переделов. Почетный знак России за успехи в труде был учрежден указом президента в августе 2021 года в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Это решение было принято в ответ на многочисленные обращения в администрацию президента России, руководителей федеральных ведомств, производственных организаций и учебных заведений с просьбами о восстановлении упраздненного в 1989 году Института награждения трудовых коллективов государственными наградами, сообщает Управление информацией и общественных связей ПАО ММК.